Сообщение газом. Кемеровские власти утверждают, что трое шахтеров там погибли вовсе не от взрыва метана. Того, кто убил рецидивиста в Петербурге, пока считают только свидетелем. История, где каратист оказался быстрее пули. С Таничкового моста сорвались кони, что за ковбойские скачки едва не стоили жизни прохожим. Накануне Олимпиады в Лондоне всех перегнали журналисты. Их больше, чем спортсменов и военных вместе взятых. А как было в начале прошлого века? Сначала из пушки по воробьям, теперь из огнемета по насекомым. Против кого применили такое бесчеловечное оружие в Китае, расскажем скоро. Это новости на РЕН-ТВ. Мои коллеги, я Дмитрий Ясинов. Расскажем о главных темах. Сейчас под Мостовым Щелкове идет спасательная операция. После ночного взрыва газа на канализационной станции под завалами там находится один рабочий. Еще двое погибли, а пятерых госпитализировали с ожогом.